2020-м Алтайский край вошел в список 22 пилотных территорий страны по внедрению системы так называемого долговременного ухода за престарелыми людьми, в том числе и инвалидами. По ней обслуживание должно быть таким, чтобы пожилые как можно дольше оставались активными и могли полноценно жить. Для задачи требуется комплексный подход и вовлечение в процесс большего числа персонала. Так, за год в первомайском интернате сиделок стало в два раза больше, вместо 17 – 15. Не было у нас прогулок, у нас не было общего холла. Люди кушали в комнатах, это было не очень удобно для них. Сейчас в связи с тем, что у нас расширился штат, у нас стало больше людей, у нас стало больше рабочих рук, естественно, у нас стало больше возможностей. Сотрудники учреждений соцзащиты прошли специальное переобучение. Впрочем, продлевать жизнь пожилым отныне учат и их родственников. В двух комплексных центрах социального обслуживания, в Заринске и Новоалтайске, открыли специальные школы ухода. В ближайшем будущем такие хотят создать при каждом центре, которых край 22. Вот здесь встанет у нас школа ухода, которая будет обучать родственников, как правильно ухаживать за людьми, которые находятся у нас, на лечении. При центрах соцобслуживания планируют открыть также школы по уходу и пункты дневного пребывания именно для пожилых инвалидов. В Новоалтайске уже приступили к строительству такого пункта. Он должен распахнуть свои двери в августе. Здесь будут получать услуги люди старше 65 лет, 70, 80 лет, ну и, конечно же, наши люди с ограниченными возможностями здоровья. Для них будут работать специалисты по реабилитации, психологи, логопеды, будут организованы творческие студии и, конечно же, будет организовано питание. К слову, в местной столовой будет штатный официант. Все для комфорта и полноценного ухода за пожилыми людьми. Сотрудники сферы надеются, что такое отношение позволит не просто увеличить продолжительность, но и качество жизни пожилых. Пока же и тот, и другой показатели, к сожалению, оставляют желать лучшего. Маргарита Гартунг, Дмитрий Денисов, «День с толком».